чулан. Сумка от компании Nordway. То есть, ну, в принципе, это весь комплект. И скрадок, и костюм, чучела. Все это Nordway-вское. Первый критерий, по которому выбирал оборудование, это легкость, да, по возможности как можно больше за один раз вытащить на поле. Это реально. Ружье уже ектаж внутри сумки с чучелами. За счет того, что чучела очень легкие, мы можем проделать вот такой фокус. Многие видели, да, как вот африканские женщины, да, таскают там огромные грузы вот с помощью вот такого фокуса, да, когда вот лямка упирается в голову и облокачиваете на спину. В общем, так можно уйти, ну, в зависимости от физических усилий, я пробовал, но до полукилометра я ухожу.